Здравствуйте, коллеги! Сегодня в мастерской я занимаюсь изготовлением карниза «Русский Север». Хотел бы поделиться с вами техникой резьбы, чтобы резьба не была мучительно долго, не очень ровно. Про карниз хотелось бы сказать, что он состоит. Навершие это в виде вот птиц, перильца боковые. Фриз. И основной элемент резного фронтона, я уже такой карниз сделал, вот повторный заказ пришел. Навершие могут быть птицы разные, где-то даже я ставил и белок, и соболей. Сегодня я вам хотел бы показать, как я делаю разметку и вырезаю вот этот резной фриз. Фронтон я разделил на две части для удобства резьбы, потому что короткую деталь проще развернуть. Стыкуется в паз. Фриз сделан с пазом. Стыкуются вот так вот эти две детальки. Как подгонять, если будут у вас какие-то сложности, задавайте вот это вот соединение, сочленение двух половинок. Оно делается просто. Сегодня я вам хочу показать разметку. Уголок вот такой вот у меня угольник, то есть выдвигающий, очень удобно, советую приобретать. Отмечен центр фриза, прикладываем угольник. Здесь идет у нас цельная. Здесь уже половинка. Опять же отмечаем центр, чтобы ровно шло, чтобы не уходило. Целая лента. Отсюда половинку. Ну а здесь я уже в эту сторону направляю целую сюда. Ромбы. Подбираю шайбу или любой диаметр, там какой вам удобно. Кто-то циркулем воспользуется. Я вот. Шайба под рукой. Угольник.
более острый. И подрезаем уже, подравниваем стороны.
Ну вот, коллеги, я вам показал резной фриз. Давайте его сравним. Элемент вот этот из трех сегментов. Ну и так вот делается разметка и остальное. Ну все, коллеги, показал я вам, как я вырезаю фриз на карниз Русский Север. Отдельные элементы все я показывал, перильца я показывал, мастер-класс. Навешье мы делали с вами. Вот этот резной фрагмент, ну, в принципе, можно будет показать. Ну а так, материал орех манчжурский, будет карнизик темный по желанию заказчика. Как он выглядит в целом, можете посмотреть на сайте «Амурские украсы». Заходите, там подробный фотоотчет, что мы делаем, что мы делали, отзывы наших заказчиков. Даже коллеги пишут на сайте. Ну а вам здоровья, благополучия. До следующих встреч.